таланты аграрной науки. Традиционно в этом конкурсе принимают очень много участников, учащихся школ. В этом году порядка 300 человек, поэтому сейчас готовятся наградные документы на каждого из зарегистрировавшихся. Но областной конкурс «Юный исследователь» уже начинает свою работу. Поэтому участники областного конкурса «Юный исследователь» могут переходить непосредственно на место дислокации ваших секций. А те, кто у нас участвовали в Олимпиаде осенью, весной, по физике, по биологии, по обществознанию, остаются здесь в зале, и буквально через 10 минут мы с вами проведем церемонию награждения. Также заявлено у нас сегодня подведение итогов и награждение областного конкурса фотографий «Красота родного края». Поэтому мы все здесь остаемся с вами в зале, и буквально в 12:00 мы с вами проведем церемонию награждения. А юный исследователь начинает свою работу. Спасибо. Да, сейчас.